Завод по производству железобетонных изделий SG-Beton открыли в Акмолинской области в преддверии Дня Республики. Основной продукцией предприятия будут сваи и плиты. Ожидается, что объект станет одним из крупнейших по мощности в стране. Детали, готовые для строительства жилых комплексов, планируют поставлять в разные регионы, в том числе и в столицу. Азиза Зукумбаева расскажет. Завод SG-Beton полностью оснащен современным оборудованием и использует передовые технологии. Автоматическая система сводит человеческие ошибки к минимуму. Здесь планируется выпускать плиты, ступени, перемычки, панельные перекрытия, фундаментные блоки и сваи. Предприятие обеспечит работой 240 человек. Это рассчитано на полный цикл при четырехсменной производстве работ. Основные работники – это, естественно, местные. Но и есть те, которые еще с города Астаны. Компания имеет возможность обеспечить проживание практически в этой территории. Проект реализован в рамках единой карты индустриализации. На открытии завода присутствовал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Он отметил, новое предприятие поможет насытить внутренний строительный рынок импортозамещением. Конечно же, реализация подобных проектов очень важна для насыщения внутреннего строительного рынка и импортозамещения. Этот завод уникален, потому что завод будет обеспечивать выпуск сваи до 450 тысяч погонных метров. Вот это очень большой объем. В строительство завода компания G-Park инвестировала 16 миллиардов тенге. В первую очередь производство качественных изделий закроет потребность самой строительной компании. Это поможет снизить стоимость квадратного метра жилья, которое станет доступнее населению. Азиза Закумбаева, Ахылбек Есимсиитов, Хабар 24.